Для деталей спинки наберите по 28 игл. С обеих сторон работы на нижней и верхней игольнице в каждой игле. Перейдите на плотность 1-1. Навесьте гребенку грузы, провяжите 2 круговых ряда на плотности 1-1 или 4 по счетчику. Один ряд ластиком. Устанавливаем на счетчиках 0. Переходим на плотность 3-3. Вяжем полный фанк. В 50 и в 100 ряду выполним убавки. В 50 ряду выполняем убавки слева и справа на нижней и верхней игольницах по одной петле при помощи трехугольного декера. До начала выполнения проймы выполним такие убавки 2 раза. По факту мы убираем четыре петли. Следующую убавку выполним в 100 ряду. В 100 ряду также выполняем закрытие по одной петле слева, справа, снизу, сверху. Далее вяжем до начала проймы. В 117 ряду приступаем к выполнению проймы. Закроем 4 петли слева. Две на верхней, две на нижней игольнице. В итоге в работе слева 24 иглы. Провязываем следующий ряд слева направо. То же самое действие выполняем справа. Закрываем 2 сверху, 2 снизу. Я использую вот такие грузы. Я не люблю подворачивать гребенки. И сейчас мне будет достаточно вот таких 2 грузов. Далее будем выполнять убавки по тому же принципу, как выполняли и на рукаве. Будем закрывать по 4 петли слева и справа при помощи 2 декеров. Двухугольный и трехугольный. 118 ряд на счетчике вяжем далее в работе по 24 иглы. В 127 ряду закрываем по 2 петли слева, справа, сверху, снизу. Вяжем далее. В работе по 22 иглы, 127 ряд на счетчике. В 137 ряду закрываем по 2 петли слева, справа, сверху, снизу в работе по 20. Обратите внимание, никаких боковых грузов не навешиваем. Работаем далее. В
147 ряду. Закрываем по 2 петли. В работе по 18. Итак, в 147 ряду остается по 18 игл. Вяжем далее. В 157 ряду закрываем по 2 петли. В работе по 16. В 166 закрываем по 2 петли, в работе по 14. В 174 закрываем по 2 петли, в работе по 12. Вяжем далее. В 182 закрываем по 2 петли, в работе по 10. Закрываем по 2 петли, в работе по 8. В 197 ряду закрываем по 2 петли. В работе по 6. Провязываем один ряд слева направо. И вязание деталей окончено, пора закрыть петли. Переносим петли с нижней игольницы на верхнюю. Включаем фанговое переплетение, выдвигаем в работу все иглы нижней игольницы, в верхнее положение переводим иглы задней игольницы, провязываем один ряд справа налево. Нижнюю игольницу опускаем. Закрываем петли, петля в петлю, используя длинные петли верхней игольницы. До проймы аналогично вяжите деталь полочки. Игольницу поднимите в верхнее положение, освободите в начале петли нижней игольницы и только потом верхней.